Здравствуйте, зрители канала Ремонт РНО. Сегодня мы покажем, как поменять фильтр очистки воздуха в двигатель на Дастере двухлитровом моторе F4E. Так, для начала снимаем вот эту резину и хомут. Держать их. Можно вот так отвести в сторону. Можно ее снять совсем. Готово будет достаточно. Затем снимаем патрубок, который идет от вакуумника к впускному коллектору. Здесь вот по бокам две защелки. И ториксом на 25 выкручиваем саморезы крепления корпуса фильтра. Снизу он у нас просто вставляется. То есть вот этими двумя пазами вставляется и сверху прикручивается. Здесь обязательно все продуваем, можно даже протереть ветошь. Устанавливаем новый фильтр. Здесь фильтр такой же, как и на Логане 16-клапанном, и на Сандере, и на Ларгусе. Вон мы можем увидеть пазы, куда у нас вставляется. Вот они, два паза. Как бы сначала вставляем и потом закручиваем. Можно с первого раза не попасть, бывает. Ставим и затягиваем. Не забываем подключить вакуумник, иначе не будет усиления тормозов. Это очень опасно. И устанавливаем ресивер воздушный. И резиночку. Она у нас цепляется там снизу.